Всем привет, у нас удувончик зацвел. Приехали. Первый день, сейчас будем пробовать косилку. Да не в плане это. А в плане подкос сделаем. Сейчас покажу. Сейчас скажу, какое число, во-первых. Сегодня у нас 17 мая. Вот начинаем косить. Ну, подкашивать этим. Опусти. Блин. Косилки 1,65 м. Сейчас Игорек, опа, настроит ее на соседний лад. Да? Вот предохранитель подсоединил, стопор. И все. Ладно, на, снимай, я сейчас чуть-чуть вам, буквально две телеги. Хуя, говорит, сейчас я, говорит, вам чуть-чуть всего. Он косил первый. Да? И в этот тоже. Дим, иди сюда, блядь! Зигзаги нарезает нам. Вот в поле офигенно. Вот чего что. Как его? Вообще под ноль состригает. Смотри, чтоб колесо было это, чуть ее туда надо.
она по самое колесо. Навеску двигать туда-сюда и регулировать, чтобы прокос был ровно с проходом, а то она будет захватывать меньше. Вот это, Игорь, собирай. И все. Да, выберут. Дим, иди сюда. Я не знаю, давно бы уже купил себе. Поменял на вторую и все. Да, сейчас сложно. Чип и Дейл первый день на покосе. А чё встали-то? Газель подгонять. Газель подгонять, да? Да. Ага.
Ну ладно, сейчас подгоняю газель.